Друзья, всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я покажу, как перевести монеты с кошелька MetaMask на кошелек Trust Wallet. Конкретно буду показывать на сети Binance Smart Chain, но если у вас в другой сети монеты, например, Matic Polygon, SankBird или там сеть Эфириума, это не играет никакой роли. Вы можете сделать все то же самое и перекинуть монеты на кошелек Trust Wallet, просто соблюдайте сеть и адреса кошельков, на которые посылаете монеты. Итак, в моем случае это будет Binance Smart Chain. Как это все настраивается, я показывал в отдельных видеороликах. Заходите в плейлисты, находите плейлист по MetaMask, и здесь будет много видеороликов, которые вам помогут разобраться вообще с этим кошельком. Сейчас вы на ваших экранах видите кошелек Trust Wallet, и здесь у меня настроена уже монетка вот Dogecoin. Если нажать получить монеты, то здесь будет адрес кошелька, который совершенно неверный. Дело в том, что это адрес кошелька сети Dogecoin, а поскольку в MetaMask у меня лежат монеты сети Binance Smart Chain, то этот адрес вообще мне не подходит. Давайте сверху справа нажмем на шестеренки и сразу даже вот его отключим. Все, он нам не нужен. Здесь лучше найдите BNB Smart Chain, вот то, что сверху сейчас вот видите. Если у вас такой монеты нету, то вбейте. В общем, она у вас должна быть обязательно. Без нее вы в любом случае не сможете даже оплатить комиссии. И сейчас не удивляйтесь, я буду переводить именно на адрес этой монеты токены Dogecoin. Нажимаем сюда и нажимаем кнопку «Получить». Обратите внимание, что здесь прям таки и написано: отправляйте только BNB Smart Chain на этот адрес, иначе вы можете потерять свои средства. Это означает, что любые монеты сети Binance Smart Chain можно отправить на адрес этого кошелька. Точно так же, как и в MetaMask, один адрес кошелька, но на него можно отправить различные монеты, и все монеты в этой сети будут отображаться в кошельке после того, как вы их туда переведете. Для перевода копирую адрес этого кошелька, и в самом MetaMask теперь нажимаю на монетки Dogecoin, теперь на кнопку «Отправить». В поле «Адрес, куда мы будем отправлять», вставляю тот, который только что скопировал в кошельке Trust Wallet, и указываю максимальное значение монет, которые буду переводить. Сразу хочется отметить, что для перевода у вас должна быть монета BNB для оплаты комиссии, хоть чуть-чуть, потому что вот видите, да, что комиссия будет 8 центов, это 0,000 там сколько-то BNB, но они должны у вас быть. У меня они есть, поэтому нажимаю на кнопку «Далее». На следующем этапе просто нажимаю «Подтвердить», и все, монетка сейчас вот в ожидании отправки. Как только операцию подтвердят майнеры, то она окажется у меня на кошельке Trust Wallet. Саму транзакцию можно также еще и ускорить, если не хочется ждать, но лично я ничего не ускоряю, как видите, и так отправил свои монеты достаточно быстро. Все, заходим в раздел «Активы» и видим, что монет Dogecoin теперь у меня на балансе 0. Открываем список монет в кошельке Trust Wallet, смотрим, появились ли монетки, и, конечно же, ребята, они здесь не появятся, потому что нужно ее здесь отдельно добавить. Опять же, сверху справа нажимаем на ползунки и ищем монетки Dogecoin. Вот так вот давайте в поиске введем Dogecoin. И нас теперь интересует монета сети BEP20. Вот видите снизу Dogecoin BEP20. Скорее всего, это то, что мне нужно. Активирую ползунок на этой монетке и возвращаюсь назад. Смотрим, появились ли монеты. Листаем список и видим, что снизу появились те монеты, которые только что были отправлены с кошелька MetaMask. Теперь что делать, если вы не смогли добавить эту монету через вот эти вот ползунки? Для этого заходите на сайт CoinMarketCap, копируйте контракт-адрес этой монеты. Напоминаю, что сейчас все показываю исключительно на примере сети Binance Smart Chain. Вот мы скопировали адрес этой монеты в сети BSC. Теперь давайте в кошельке ее отключим, как будто бы ее не нашли, не получилось вот ее активировать. Все, вот нету ее. Открываем снова сверху справа ползунки. Теперь мы в поиске ничего писать не будем, но нажмем плюсик, который есть сверху справа. Здесь нам предлагают выбрать сеть добавляемые монеты, выбираем вместо эфириума сеть Binance Smart Chain, вставляем адрес контракта, который только что скопировали, и нажимаем кнопку «Сохранить». Все, монетка сразу же добавляется в список активов и будет отображаться в кошельке, если, конечно же, есть чему отображаться. Вот эти монеты, которые мы переводили, снова отображаются, но добавляли мы их при этом немножко другим способом. Какой-либо из этих способов вам обязательно поможет, а мне поможет ваш лайк и комментарий под видеороликом с вашей благодарностью для продвижения этого видеоролика. Подписывайтесь также на телеграм-канал, здесь очень много полезных фишек. Вот, кстати, показывал, как получить 3 месяца Telegram премиум совершенно бесплатно, ну практически бесплатно, выполнив легкие условия.
В общем, не суть. Суть в том, что в телеге очень много полезной информации. Например, рассказываю про различные инструменты для заработка и все в этом духе. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.